На базе Североказахстанского научно-исследовательского института сельского хозяйства проходят обучающие семинары по животноводству, кормопроизводству и ветеринарии. Очередной семинар посвящен ветеринарии. На нем обсудили актуальные вопросы. С подробностями наш корреспондент. Современные методы диагностики ветеринарной отрасли, профилактика распространенных инфекционных заболеваний, ответы на эти и другие вопросы дали представители науки, профессора ведущих казахстанских вузов. Также мы планируем проведение вебинаров в этом году. Вебинары будут также зачитываться у нас по различным отраслям животноводства, в том числе и ветеринарии. Курсы семинаров, вебинары, все это, естественно, бесплатные для слушателей. Выдаем в конце сертификаты. Слушатели семинара, приглашенные гости, информируют о современных методиках в профилактике и лечении животных в условиях индустриальной фермы. И у нас на кафедре разработано несколько новых препаратов, экологически приемлемых и эффективных, которые мы будем рекомендовать. Но и, кроме того, мы способны обучить многим современным иммунохроматографическим молекулярным диагностическим тестом, которые разработаны как в стенах университета, так и коммерческих. Основная задача – повышение квалификации специалистов среднего звена в отрасли животноводства. С начала года более 100 слушателей прошли обучающие курсы. Наталья Аитова, Анатолий Белонок, служба новостей.